100 лет на страже границ государства. В краевой столице прошли праздничные мероприятия, посвященные сразу двум событиям – столетию пограничных войск и Дню Героев Отечества. Пограничники из Алтайского края, Республики Алтай, Омской области, а также представители власти и патриотических организаций почтили память уроженцев края, настоящих героев, которых, к сожалению, уже нет с нами. Среди них командир Акташского пограничного отряда полковник Евгений Кузьмин и выдающийся лейтенант Вячеслав Токарев, которому посмертно присвоено звание Героя России. В торжественной обстановке их родственникам вручили памятные дипломы, а маме Токарева уникальный серебряный знак за вклад в патриотическое воспитание граждан. К слову, этот знак отличия на Алтайской земле вручается впервые. Для меня в жизни, наверное, наивысшая награда, что у меня был такой сын. Это самая высшая награда. Мне его звезда. Звезда – это наивысшая оценка его труда, что оценили люди и государство. А для меня наградой является то, что он был в нашей жизни.